Северском районе отмечают 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В парке имени Пушкина станицы Северской прошла патриотическая акция с возложением цветов к вечному огню, зажженному на месте братской могилы советских воинов. В феврале 1943 года здесь велись ожесточенные бои. Прошло уже 80 лет. Многие скажут, что это было давно. На самом деле, по меркам истории, это было практически вчера. Мы должны помнить и чтить память наших героев, передавать из уст в уста их подвиги, их имена. Глава района также отметил, что искренне верит в то, что страна преодолеет и нынешний вызов по примеру дедов и прадедов, победивших фашизм. В рамках всекубанской эстафеты «Память поколений» прошла торжественная передача символа акции, переходящего штандарта. Привезли его из Калининского района. У Калининского района необычайная миссия. Мы доставили штандарт в Северский район в связи с тем, что сегодня у вас очень большой торжественный праздник. В этот день был освобожден Северский район. И в честь 80-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. С чем Калининский район вас и поздравляет. Юноармейцы станицы Андреевской передали его северчанам. У нас знамя пробудет до 9 марта, а затем его передадут в Красноармейский район. После торжественной части мероприятия к вечному огню возложили сотни красных гвоздик.